У нас произошло сегодня в Воронеже необычное событие. У нас суд прекратил дело о дискредитации за отсутствием состава правонарушения. А дело было у Дмитрия Щербатюка, который в апреле вышел с плакатом к зданию областного правительства Воронежской области. «Остановите». Ну, остановите, вы поняли, чего. Его тогда задержала полиция, там даже ему, говорят, угрожали, там какие-то ФСБшники, ЦПЕшники, со слов его. И со слов отца даже к нему домой приехали, обыск даже провели, так называемый, как они говорят, осмотр помещения. То есть, как у нас сейчас в России это можно, оказывается, без решения суда вот по домам ходить. Вот. И за этот плакат на него, значит, завели административное дело о дискредитации армии, вот это «Остановите». И был суд, сегодня мы пришли, и судья Козьякова прекратила дело за отсутствием состава правонарушения. По контексту понял, что возможно будет оправдание. Ну да, там такие слова были произнесены, которые произносятся перед тем, как говорят, что оно будет прекращено. Я тоже обратил внимание. То, что мало верилось, положительные... Ожидания оправдались, чему очень рад, что все-таки не все так плохо в этой стране, у нас сейчас возможны перемены. Алин, как ты думаешь, вот то, что мы приходим на суд, как не повлияло, нет, как вот тебе вообще сегодня? Мне кажется, что могло повлиять. Как бы показалось, что наше какое-то высказывание нами какой-то своей гражданской позиции, какая-то активность могла повлиять на это решение. Я думаю, что не повлияло. Я склонен считать, что здесь личные качества судьи Козьяковой, которая лично от меня огромное уважение, что она не побоялась вынести такое решение. Вот. Я искренне поаплодировал ей. Немножко опасаюсь, что как бы не было против нее каких-то санкций свыше. Ну а так вообще приятное событие. А ходить на суды все равно надо, хотя бы чтобы держаться вместе и противостоять этой фигне.